Надо какой-то корм, короче, купить и большой, чтобы уже подходил и Кассандре, ей подходил. Запросто. От Кассандры цыпка. Почти 2 месяца. Вот такая красавица. Длинношерстная девочка. Сорвала траву и несет. Вот. Грызет. Травку грызет. Грызун. Так, не надо. Не надо показывать зубки. Это мамочка спит пока что. Давай, иди, иди, иди. Вон твоя травочка. Старый, что, ага, его, отдай. Отдай мой шарф. Отдай шарф. Отдай. Дара. Задержание. Задержание нарушителя. Вот такая вот дарочка. Видали шарф? Недовольная сидит. Покажи личика. Нет. Нет, так нет. Дарочка. Дара с мамочкой. Это Кассандра. От Lido Aquitas и Барби. Немецкие крови полностью. Очень красивая, крепкая, черно-коричневая собака. А это ее дочечка. Дочечку покажи. Покажи дочечку. Вот она. Почти 2 месяца. Давай мордочку. Вот она. Дара. Дарочка. Травку щипит. Дарочка. Покажи мордочку. Дара. Вот она. Что-то унюхала, наверное. А что ты унюхала сейчас? Мордочку. Это траву она просто там грызет. Ну давай. А не, эта же сучка, блин, ей даешь мясо, и она, знаешь, переедает и закапывает. Закапывает. Все. Это был, по-моему, тюльпан. Нет, нарцисс. Ну они поднимутся. Я думаю, что Алена не будет наругаться. Да? Вот она. Был нарцисс и нету нарцисса. Да, что у тебя во рту уже? А, земли, полный рот. Полный рот земли и нос. В день даю кальций. Кальций, да, получается? Да, очень хорошо. В день даю. Отлично. Или вот веду, ставлю, или даю. Я уже так. Крепенькая, хорошенькая. Длинношерстная красавица. Мамочка. Мамочка ее. Вот. Все. Ускакали.